В округе прошло выездное совещание, на котором предприниматели обсудили проблемы бизнеса и пути их решения. Круглый стол провели на научно-производственной фирме «Техэнергокомплекс». Там побывал Богдан Колесников. Встреча началась со знакомства с производством. 25 лет на этом предприятии разрабатывают и выпускают электротехническое оборудование, трансформаторы и распределительные устройства. Серия оборудования, которая идет сегодня на МАЭСК, вот, на кабельную сеть, ну и на других, так сказать, сетевые компании. У нас начался достаточно активный сезон, достаточно большое количество заявок, заказов. Вот сейчас мы настраиваемся на этот, так сказать, объем работ. За последние годы расширили линейку продукции и увеличили объемы производства. Компания выпускает около 500 модулей и ячеек комплектно-распределительных устройств в год. Но такие предприятия, вот как Техэнергокомплекс, они представляют для нас особый интерес, потому что, во-первых, это малое предприятие, во-вторых, оно высокотехнологичное, с огромным потенциалом импортозамещения, поскольку те разработки, вот, которые мы видели, они вполне конкурентоспособны, даже по всем меркам, по европейским и по мировым. На совещании говорили о проблемах коммерциализации научных разработок, поиске инвестиций и выходе предприятий на новые рынки стран Евразийского экономического союза и СНГ. По всем вопросам готова оказать содействие Торгово-промышленная палата России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.